Чувашия не в первый раз становится местом проведения престижных спортивных мероприятий. В 2015 году мы ожидаем командный чемпионат Европы по легкой атлетике. В 2016 и 2018 годах Кубок мира по спортивной ходьбе. В октябре в Чувашии состоится международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Соответствующее распоряжение подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Столица Чувашии станет пятым по счету городом место проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». До этого он проходил в Казани, Москве, Саранске и Якутске. Форум будет состоять из трех частей. Это прежде всего пленарные заседания, научно-практические конференции, семинары, совещания, круглые столы. Кроме этого, будет проводиться еще большая спортивная часть этого форума, большие спортивные мероприятия, мастер-классы и, конечно же, посещение спортивных объектов, которые были построены на территории нашей республики за последние годы. Для развития массового спорта в Чувашии сделано немало, и меры в основном направлены на повышение доступности спортивных объектов для населения. Введены в эксплуатацию 24 физкультурно-спортивных комплекса, модернизируется оборудование имеющихся школ, строятся новые стадионы и ледовые катки. В рамках форума состоится и заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Сергей Адушкин, Андрей Спиридонов, Республика.